Йо-йо-йо, what's up? Хотел бы сказать я, но не буду вести себя как дегенерат и просто поздороваюсь с вами. Нормально. Привет, друзья, меня зовут МД Рамон, и добро пожаловать на канал Крафт Шоу, где мы с вами продолжаем играть во что? Да? Tales from the Borderlands. Перед нами стоит интересный и довольно легкий выбор, если честно, лично для меня. Кого мы с вами с собой возьмем в поход, в котором мы наконец-то, надеюсь, попадем в хранилище. И заодно вообще Гортис оживим, и много чего у нас интересного предстоит впереди. Надеюсь, вы пристегнули ваши ремни, набрали себе в чашечку чего-нибудь вкусненького и горячительного, потому что сейчас будет еще горячее. Итак, друзья, давайте, во-первых, мы с вами посмотрим, что за рандом-то у нас тут такой. У вас недостаточно денег, чтобы нанять искателей хранилища. Мы прямо из Borderlands могли бы кого-то. Вау, окей. Ага. Ты бы разочаровалась, понятно. А, окей, ладно, железяка. Могли бы его позвать с собой, но... Таинственность 100%. Денег не хватает. То есть, если бы мы не тратили кучу бабла, мы могли бы их потратить на то, чтобы позвать кого-то прикольного. Ладно, мы точно с вами берем Зеро. Тут это даже не обсуждается. Да ладно! Во время своих приключений вы никогда не позиционировали себя как искатель хранилища, поэтому до Зеро не дошли слухи о ваших подвигах. Он занят своими делами. Блин. Все из-за того, что мы делали не те выборы. Да. Ладно. Блин. Ну, Афина хотя бы. Афина-то должна с нами пойти, не? Вы сказали Спрингс, что Афина любит ее. Она благодарна вам за это, за то, что вы сохранили их отношения. Давай, все, идешь с нами. Да-да-да-да. Мягкость и теплота характера -73%. Эмоционально багаж 6 чемоданов и 6. Берем. Да, то, что нужно. Так. Давайте возьмем Кассиуса. Хотя он может быть и предателем, конечно. Вы не позволили Афине убить Кассиуса. Он хочет вернуть долг, помогая вам. Okay, I know this is random, but what about Cassius? А как насчет Кассиуса? Seriously? Серьезно? Clearly the guy has a couple of screws loose. Но он же, типа, не самый надежный. Ну да, но еще и винтиков у него в голове. Yes, I know, but maybe a crazy scientist is just... Он много знает о Гортисе, еще больше что-то происходит с переводом. Может, сумасшедший ученый то, что нам нужно. Ну да, ну правда, он о Гортисе дофига знает, он может помочь. Мозг операции будет. Последний выживший сотрудник Атласа, причем. Годы, проведенные в одиночестве, помутнили его рассудок, но его знания и умения могут стать бесценными на поле боя. Просто не нужно напоминать ему про его кошку. Состояние кошки. Живая или мертва? Не знаю, загляни в ящик. Соотношение правды и лжи плюс-минус 75%. Берем. Я принимаю это. Так, и... Не знаю. Феликс. Август. Ну, мы посмотрим, кто с нами может пойти. Мы убили его друга Скутера, напомню. Но нормально. Почтили память Скутера, запустив его рекламу в космос. Спрингс будет рада помочь. Окей, окей. Новый владелец гаража Скутера, механик высшего класса. С недавних пор живет на Пандоре со своей подругой Афиной. О, мы можем взять сладкую парочку с нами. Из-за нас Афину похитили, нам пришлось просить Спрингс построить нам ракету, так что, возможно, она поможет нам еще раз. Можем ли мы взять Феликса? Вы предупредили Феликса о бомбе в гиперионском кейсе. Он выжил и готов отблагодарить вас за это. Мошенник, ремесленник, приемный отец. Хоть именно из-за его затеи с ключом мы вляпались по полной, он всегда был тем, у кого найдется план на любой случай. Просто в этот раз мы, по его задумке, оставались в проигрыше.
Механик. Не, ну один механик уже у нас есть. Ты у нас кто по профессии? Или нет у нас? Не, у нас еще нет. Когда нужно было решить, кто виноват в срыве сделки с ключом, вы показали не на Августа. Он уважает вас за это и готов помочь. Ага. Сын Веллори и владелец пурпурного скака. Август почти всю... Так, он у нас боевая мощь. Ладно. Сила. Механик. Механик же, да? Ну, тут механик такой вот, а там шестеренки еще у нас были. Но... Как обидно, как обидно. Как обидно, что Зеро не может с нами пойти. Итак, третий член нашей банды будет... Будет с подруга Афины. Не знаю. Не, давайте. Все, Август. 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 Сила. Все. Да. Так. Окей. Такая долгая подгрузка была ролика. Ну ладно. Странно. Полетели на место. Одна группа. И другая. Хотя вы знаете, то, что группы сейчас так разделились на две, и мы, скорее всего, будем играть как за одну группу, так и за другую, возможно, это означает, что далеко еще не конец. Эй, приятель, не хочешь отправиться в последнее приключение своей жизни? Какой котенок у него милый там был. Август, ты что тут делаешь? Все, перестань заниматься всякой фигней, нам мир спасать. Ну, можешь ударить на... напоследок разочек. Типа, прости, приятель. Ну да, и все, пойдем. Хватит. Хватит уже играми всякими страдать. Ты че вообще? Торгует шашлыками. Скатилась. Скатилась, Афиночка. Ой, Афиночка. А как ее там? Как ее там? Ну вы помните. Не очень, да, получается? Привет, приятель. Вот, да, вот, отлично. Команда собрана. Команда. Ю. Мне нравится название. Это был странный достаточно ролик, ну ладно. Хватит уже играть музыку из Space Rangers. Hello. Спасибо, что пришли. Да не за что. Вообще, я чувствую, свадьба вещь дорогая, что... Я слышал. Я прочитал ваши шансы на выживание. Я не стану озвучивать результаты. Наверное, это к лучшему. Да-да, я тоже все посчитал, цифры называть не буду, но вообще все очень плохо. Я сожалею о вашей потере. Ваша мать была смелой женщиной. О, спасибо. Смотри, нашли взаимопонимание. Я думал, Саша, не волнуйся, она придет. Мы встретимся с ней позже. Ладно. Итак, чтобы добраться до таинственных сокровищ хранилища... И спасти Гортис, нам нужно уничтожить монстра, который охраняет хранилище. Да, мы знаем. Это Путник. Никогда я не видел такого огромного монстра-хранилища. О, да, он здоровый, он мерзкий, его надо убить. Мне понравил любой план, лишь бы эта тварь сдохла. Тебе повезло, у нас как раз такой план. Чё он там задумался? А чтобы нам было еще веселее и тяжелее, он телепортируется. Ура, мы познакомились с Путником.
И какого распределения ролей? Хороший вопрос. Команда Б, это вы, ребята. Вам достается убийственное задание. Нужно заманить монстра вот сюда. Когда путник телепортируется, но на месте, куда он хочет переместиться, возникает энергетический вихрь. Вы направляете монстра к этому обрыву, монстр пытается телепортироваться, и тогда караван взлетает в этот энергетический вихрь, и ему не дается. Караван? Да, именно, он же теперь летает, да, забыла? Вам нужно рассчитать время и попасть в этот поток энергии, когда монстр появится. Мы собрали немного информации, из которой можно сделать вывод, что в его животе находится некая железа, которая дает ему способность телепортироваться. Железа. Когда вы окажетесь внутри, то заложите взрывчатку на железу. Блин, странно как это звучит. А потом вы активируете удаленный детонатор и оттуда уйдете. Какова моя роль? Вы, сэр, будете нас мотивировать. И когда путник потеряет способность телепортироваться, нужно, чтобы Гортис смогла оттеснить его туда, где мы сможем произвести... Что-то там. Гортис нужно будет подбадривать, и вы с грузчиком будете за это ответственны. Да, думаю, так и поступим. А мне нравится. Привет. Долго тебе не было. По крайней мере, то, что я услышала. Блин, надо было Августа не брать. Я думала, ты погиб. Иди сюда, кто? Это не ты. Так неловко. Я так рада тебя видеть. Я тебя, да. Я все видел. Без понятия, о чем ты. Привет. Я... Да, очень хорошо тебя видеть. Надеюсь, что я Ризом говорю. С Ризом все в порядке. Я тоже рада тебе, Риз. Или мне нужно было сказать Джек? Туше, да. Ладно, завязывайте с этим. Самым... Не знаю, что это было. Нам монстра нужно убивать. Блин, не надо было брать Августа. Как мы теперь ее закадрим? Соперничество. Оно даст нам сил. И поможет нам закадрить ее. Иначе бы у нас не вышло. Все по плану. Блин, грузчик самый крутой парень, которого я когда-либо встречал. Ей-богу. Добрый, чуткий, сильный, отзывчивый, умный. Любящий. Ребята, луч полностью заряжен. Ой, и тот робот с нами. Действуем по плану. Она готова. Не хватает лишь воздрейк, прости меня. Насчет Гортис, да. Не стоит извиняться, теперь я знаю, что это не ваша вина. Я не могу восстановить ее сам. Мне нужна ваша помощь. Ваши отпечатки все еще сохранены в ее ядре. Нужно сделать так, как в первый раз. Робот там. Сейчас что-нибудь будет выдавать такое. Погнали. Хорошо, что Гортис робот. Ее можно снова воскресить. Погнали. Воп-воп-воп-воп-воп. Давай. Давай, Гортис. Гортис! Это все? Я немного модифицировал ее. Возможно, вы захотите отойти. Это неприятное зрелище. О, какое? Что? Ты о чем? Не работает. Мое разочарование очевидно. Может, я вставил не той стороной? Не той стороной? Ну, не знаю, как батарейки, я... Okay. Ну, то есть, очевидно, что тут сработало бы все. Вот, чё за Сейлор Мун сейчас? Я несу возмездие во имя Луны! О, да она подросла! Привет! В смысле? Что мы тут делаем? Мы тебя воскресили. О, нет, она сразу призывает монстра, твою мать! Он очень странный. Путник, твой путь закончится здесь. О, нет. Только не снова. Все на позиции, у нас мало времени. Погнали.
Я надеюсь, друзья, вы готовы, потому что сейчас будет эпично. Риз? Что происходит? Я, конечно, рада вас видеть. Все будет хорошо, Гортис. Ну вот, это я не знаю. Ладно, вот наш план. Ты заставишь путника встать на нужную позицию, чтобы Фиона и Саша могли попасть внутрь него и уничтожить его железотелепортацией. Затем Вон использует луч Гелиоса, чтобы уничтожить его. Понятно? Нет. Серьезно? Что именно? Я не понимаю, почему нам не натирают задницу, как в прошлый раз. Я думал, что была готова, но в итоге мне не было ни единого шанса. Вообще-то да, но это и есть наш план. Ты ее не подбодрил, Рис. Не могу поверить, что мы прямо это делаем. Мы справимся? Мы справимся, да? Потому что я веду прямо туда, к этой штуке. Черт возьми, этому монстру капец. Ну ладно, за дело. Будем всех подбодривать. Фиона, доберись до обрыва. Когда путник встанет на позицию, у тебя будет всего пару секунд, чтобы запрыгнуть в него, пока он телепортируется. Ты сможешь. Думай о лучшей своей части здания, а мы уж справимся. Let's go, motherfucker! Это наш поворот. Не, все получится. Главное, чтобы двигатель не заглох. Это было бы ужасно. И это было бы печально. Так, за рулем психопат, мне нравится. Он готов на отчаянные поступки. Это хорошо. Вы уверены, что эта фигня взлетит? Я проверил эту руку вчера ночью, она поездку, она точно выдержит. А, ну ладно, хорошо. То было бы довольно опрометчиво вот так вот влезать в нее посреди операции первый раз. Ты сохранила порядок, да? А, конечно, я... What the fuck? Это что за луч смерти только что был? Такого мы не планировали. Не. Ладно, я немного облажался. Пожалуйста, не злитесь на меня. Вон. Я определенно поспешил, да. Вон. Я знаю. Я просто увидел, как он идет в направлении луча, подумал, что могу покончить с ним прямо сейчас. Скажи, что у нас будет еще один выстрел. Да. Со временем. Что? Ты должен был ждать, пока мы не уничтожим железо телепортации. Не волнуйся, мы зарядим его. Все в порядке, это не проблема. Ребята, у меня проблема. Гортис не хочет это ввязываться. Что? Отлично, мне надо идти, а ты пока... Она напугана, понимаете? Я не могу заставить ее. Убеди ее. Послушай, Гортис, ты сможешь, ясно? В этот раз все будет по-другому. Мы все здесь вместе с тобой. Я в этом месте тоже посомневался немножко. Такая фигня тут. Гортис, ничего не помогает, нужен новый план. Но если мы будем сражаться, то проиграем. Как бы я хотела, чтобы мы бросили затею с хранилищем. Вот почему я позволила Фионе уничтожить меня. Я не хотела подвигать вас опасности. Пусть меня и запрограммировали на поиск хранилища, но вы мои друзья. Я не позволю вам ему навредить вам. Мы делаем это не ради хранилища, Гортис. Мы делаем это, чтобы спасти тебя. Что? Пока эта штука жива, ты будешь в опасности. Так что помоги нам победить ее. Поможешь нам, спасешь себя. О, господи. Ладно. Тогда ты будешь пилотом. Я буду кем? Ты чё? Ты чё делаешь? Вау! Я буду управлять мехом! Ну, почти. Я не умею драться! Так что ты будешь главным. У тебя все выйдет! Доверься мне! Я верю в тебя! Теперь она меня! Просто скажи, что делать! Я даю тебе полный контроль над моими движениями и боевыми функциями! Просто приведи нас к путнику! Погоди, боевыми? Не, Гортис, я не умею драться. Там, откуда я прибыл, самая жестокая разборка — это перестрелка на пальцах. Ну да, это было когда-то. Вот так? Оу! Это поможет. Это... Сделаем это. Все? Эй, мудила! Он тебя не слышит. Гортис, ты можешь привлечь его внимание? Эй, ты! Огромный, страшный, сияющий монстр с большими руками.
Я справилась? Ну, фактически, да, ты привлекла его в него. Там такая милашка, она даже скрипить никого не может. Мы еще дадим ему повод посмеяться. Он и без того смеется. Да, ну, в смысле, не сейчас, просто... Ах, короче, стреляй. Оп-оп-оп. Пип-пип-пип. Вот так, да, хорошо, мне нравится. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Что-то он слишком быстро телепортируется, не? Продолжаем, продолжаем. Пип-пип. Как-то он стоял далеко, теперь близко. Что происходит? Еще одна телепортация, он на позиции. Мы готовы. Пиу-пиу. Классно. Вперед! Вперед, вперед! Турбокнопка активирована. Черт, все пойдет не по плану, уверен. Просто не по плану. Это, мать его, Borderlands. Тут все идет не по плану. Воу. У них получилось? Гортис! Не-не-не, Гортис. Гортис, ты должна подняться. Твою нет. Кажется, он что-то чувствует. Это что за херня была? Он понимает, что если уничтожит меня, то исчезнет. Вау! Мозг равно взорван. Ладно, монстр осознал внезапно, да? То есть монстр... Он сейчас еще будет разговаривать с нами, там, выдвигать теории какие-нибудь научные. У нас получилось? Вы остались внутри монстра. Мы что, еще парим? Да, кажется, это... Не похоже было на свободное падение. Похоже, в этой хреной не отсутствует гравитация. Нельзя останавливаться. Рис и все остальные рассчитывают на нас. Да, тоже у меня новость. Хватай заряды. Нам нужно спешить. Кто знает, сколько времени уйдет на поиски того, что заставляет эту штуку телепортироваться. Ну, железа... Мы точно не знаем, как выглядит. А ладно, наверное, это... Ну. А, да, похоже. Какого стражи? Хранилище иногда волшебных гланд. Это неожиданно. Пришельцы внутри гигантского пришельца? Какого черта? Я знаю. Но нам нужно подняться туда. Да, но как? Убить их? Ничего такой план вроде... Пипец вообще. What the fuck? Мне нравится. Просто сидишь и ждешь с открытым ртом. Какой еще невероятный сюрприз тебе сейчас преподнесут? Это неплохо. Это очень даже здорово. Пока пользуюсь антрактом, передаю привет маме, папе. Спасибо вам за то, что вы меня родили, и так уж сложились обстоятельства, и я теперь могу играть в Tales from the Borderlands. Ну, как-то так. Давай, Гортишка. О, дерьмо, ты в порядке? Я не знаю. Что-то не так. Огонь! Нет, нет, мои пальцы пистолеты не работают. Значит, нужен запасной план. Ты же знаешь другие приемы, да? А, нет. Я могу стрелять пальцами только потому, что научилась этому у тебя. Меня разработали так, что я сканирую твой мозг на наличие полезных приемов, которые помогут в драке, и адаптирую их. Ты умеешь только перестреливаться на пальцах, так что это единственное, что я умею. Ты учишься приемам от своего пилота? А Афина знает пару крутых приемов. Что насчет нее? О, это отличная идея! Пока Риз и Гортис будут отвлекать путника, мы нанесем дополнительный урон с флангов. Боевой парень. Привет. Что-то нас тут многовато. О, да за дело. Зашипись.
Ладно, Афина, вот наш план. Да, Гортис изучит новую прему, исходя из моего опыта, я поняла. Да как ты... Я хороша в том, чем занимаюсь, Рис, сделаем это. Откуда она это все знает? Боже, я не мог подумать, что когда-либо окажусь внутри Гортис. Кассиус, а ты хоть какие-то боевые знаешь приемы? О, у меня есть парочка в запасе. Серьезно, этот дед... Не так уж плох. Ладно, Гортис, вперед.